Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА-сериала «За Россию. Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу или есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, хватит обработку железа открывать. Я пошел верховую езду уже. Что тут? Я со всеми дружу вокруг. Разве нет? Так, здесь город. Еще одного поселенца строим. Как всеми почему-то зажали в какой-то угол, откуда нельзя выбраться. Не хочу на побережье ставить. Фантом, ты видишь, с наличием дракаров. Проблема есть небольшая. Ну да здесь, наверное, тогда. Окей. Я про лояльность, а не про клетку. Ну, я тоже. Окей, на клеточку я не выкупал, я тебе честно говорю. Это я и не переживаю, там рядом такая же. Есть люди, которые очень сильно агрятся, если там что-то с клетками происходит. Нет, люди агрятся, когда это без предупреждения делается, знаешь, там вот прям. Я понимаю, ну тут просто вообще город забрал. Я даже не думал, честно говоря, что ее надо забирать, а ее нужно как-то, наверное, выкупить. Но город да, сделать... все-таки на Махенджидары идет. Ну, не помешает наличие дуболомов у Смоленска вообще никак. Правильно? Правильно. Так, смотрим. Науки у него побольше, но он явно кампус поставил уже, да. У меня еще ни одного кампуса нету. Культура 18-13, нормально. Мечников. Если что, армия у нас будет. Запрашники. Пойдем наверх, посмотрим, что там. Игры развлечениями. Есть мне смысл что-то менять? Пока я пока строю поселенцев тут. Радизас, ты не успеваешь ходить и строишь армию? Не стоит напрячься? Напрягаться стоит всегда, мне кажется. Вот. Норвежец настроил мечников, говорит, что на Махенджидару идет. Но я, тем не менее, готов, если что. Между прочим, у меня здесь по правой стороне три города-государства. Почему бы не пытаться их взять? За немцев-то. Кстати, да, норвежец, все нормально. Вот ты Махенджидара берешь, потом ставишь на этой реке еще один город, потом можно Валетту еще взять. В принципе-то... Есть понимал, места. Там есть тупо твоя территория, там где-то 15 на 15 тундра с речкой, со всей фигней, с чудом. Это где? Под Махенджи. В раю. Ну да, у меня, как всегда, у России нету тундры вообще.
Оу. Пустыня есть, тундры нет. А ГГшки есть? Ну ты ж их уже встретил. Нет, я никого, ну только гранаду встретил. Ну гранада, валетта, валетта ниже была. Ты дальше там прошел. Ну, не судьба, значит. Так, немец, а через тебя как-то можно пройти или нет? Ё-моё. Что такое? Здравствуйте. Здорово. Где встретить? А мы рядом. Да я вижу. Так я об этом вам и говорил. В смысле, как мы рядом? За горами вот этими? Да. Ну это прям рядом-рядом. Уже казаки навострили пушки. Спасибо, немец. Шашки на голову. Так, ну, наверное, сюда. Потом еще вот тут можно будет город. Давайте еще одного поселенца вот тут поставим город. В принципе, хотя еще можно тут. Со всеми я хочу дружить, хочу быть центром вселенной. Вот, пупком земли хочу быть. Виктуса, денег мне дашь? А сколько ты хочешь? Дружбы за деньги. Сколько тебе нужно для счастья, Алексей, скажи? Для счастья много, а для дружбы поменьше. Вообще, конечно, по идее, центр коммерции стоило бы тут ставить, чтобы было соседство с этим кампусом. Но, блин, этот лес единственный и неповторимый. Очень не хочется его убирать. То есть, нет, производства вообще не будет. Я бы тут все леса в Новгороде оставлял. Центр коммерции, блин. Том, а ты дружбу не хочешь заключить? А у нас с тобой нет дружбы? У нас есть только открытые границы. Предложил тебе дружить. Прощай, Махинджидаро. А походишь своим воинам куда-нибудь? Справа от моего Каира, фантом. Влево, ну, там. Тут еще есть куда города ставить. Ну, слева от Карфагена есть чудо. Не, вот там, где ртуть, я там пройду или там просто. Ты пройдешь, но там пустыня, можешь идти посмотреть на нее. А, ну все нормально. В Казахстане у нас Польша.
Ну, православие возьмем. Так уж и быть. Вот, храмы и святилища культуры столько же, сколько и веры. Я думаю, что для России с его уникальным районом это будет круто. Ну и... Плюс 2 золота за каждый город. Производство откроем. Что у нас с империями, мне интересно? 61, 65. Ну, у всех практически столько городов. Тут мало городов у Инвиктуса. Нет, 50. Нет, все, у всех все нормально. Зима здесь 47 городов. У норвежца плохо с городами будет. Это, конечно, печально. Да, тут еще хороший город становится. Антон, как насчет дружбы открытых границ? А давай. Антон, убери разведчика, ну. Следующим ходом. О, не вовремя встал здесь, блин. Прошу прощения. Антон, прими предложение. А что-то не принимается. Висит, и я могу только возобновить. Кто-то вылетел. Лука вылетел. Но не вроде такое бывает. Из Дискорда в игре он остался. Еще раз бросил. Забаговалась, походу. Ну вы знаете же тактику про одну монетку. Во. Подзизац, давай домики построим. Пока. Блин, я не вырубаю тут ничего, надо. Нужно, понимаешь? Да вырубкой заняться. Знаешь, мне что больше нравится немец? То, что построил везде научные лагеря. Я просто безумно этому рад. Ты даже не представляешь, насколько. Звучало как-то агрессивно. Ну это конкретно, по-моему, уже объявление войны. Минимум предварительное. А сколько у кордизаза сила армии? Сейчас будет значительно выше. Порядка 20 бессмертных. Серьезно, 20? Что? Ты же про 20 пошутил, правильно? Вот ты таким образом можешь как бы и всю карту захватить. Да не, бессмертные. Мне не особо они нравятся. У них атака 30, по-моему, да, стрельба? Стрельба 25, рукопашка 30. Ну, 25 и 30. Ну, ты просто становишься мечниками в защите и стой, меняй их только поочередно. Есть кого-нибудь деньги в долг? Очень надо. У меня ноль монет, брат, я бы с радостью помог. То есть заранее говорить, кто помогает. Инвиктус, дай денег в долг.
Потом у меня 80 золотых всего, не могу, ну, честно сказать. Не, я, наверное, 80 золотых всего. На овец надо ставить, а этого надо вести... Ну, сюда куда-то. Так, давайте строителей. Ну, с деньгами все должно быть очень хорошо. И покупаем... торговца. Да, здесь лавра, здесь кампус. Вот так будет. Ну что, понеслась? Вот сейчас, наверное, если еще буду будунья. Ой, это столько городов, я думаю. Сейчас принимать этот кризис. Переваривать, и потом, если я захочу, то я буду достаточно сильно, что ходов нету смысла. Ну там научные, эти штуки должны хорошо ставить. Там нормально. Ну что, это второе чудо? И как оно тебе? Шикарно! Если бы еще к нему пустыня не вела, было бы просто отлично. Пустыню нужно обузить через эти... через священные места. Хотя у тебя там тундра есть. У меня тут все есть, я пока даже не прекрасно. А у меня вот ни того, ни того, только джунгли чуть-чуть. Ну прости. Можешь меня забрать? Боюсь, что будет наоборот. Не, я ж не строю. Пока никуда не будем отправлять. У меня домики хочу построить. Так, в Питере хочу центр коммерции, надо подумать. Где? Я бы на месте скота. Хотя и тут сейчас я вырублю следующим ходом. Договорятся. Отложим. Три соседа и потерят Польшу. Неожиданный поворот произойдет. Никогда такого не было. Еще и русские, знаешь, вот что не на Германии. Причем Россия, нет, Россия, Германия в соседях. Германия нет, там Голландия, Германия и араб. Ну, араб нормально вписывается в этот круг людей. Это было бы смешно. Немецкий друг, там когда закончишь, можешь извлечь там с ним походить, то он у меня там клетку хорошую забрал. Как тебе скорость моей атаки, немец? Правда потрясающая? Это в связи со способностью персов, да? Артём, да не расстраивайся ты, ну, бывает, да. Всегда надо быть готовым. Да, армия-то есть, денег нету. Дайте кто немцу денег, чё вы. Зажимаешь. Не, ну просто он сейчас реально меня распилит, а потом вас. Все, и поиграли. Мне как бы все равно. Времени немного потратил, а вот вы потратите гораздо больше. В пустую игру. Ну, если вы договорились со мной на словах о мире, то я сдержу слово. Я с Кудрезазом дружу, я знаю, что он на меня не будет нападать. Да, на Инвиктуса я не буду нападать. И что, если Курс дал слово, то Кул его сдержит. Я его знаю. Он плюс. Дашь в долг. Кто-нибудь еще даст? А сколько тебе нужно вообще, скажи, в сумме от всех? 400, 300, 500? Да, хотя бы 200.
Ну, я могу часть дать, 1/4, все, что есть. Ну, и я 50 дам. Уже хоть что-то. Сейчас кину сделку. Блин, я могу сейчас два посла просто в Лиссабон отправить и получать уже с рынков золото. Давайте, наверное, я так сделаю лучше. Где он тут открыл? А, ну давайте, наверное, возвращаться уже прачниками. Что там я исследовал, что хотел. Тундру, кстати, нашел для России. О, мне надо уже сменять с этого поселенца. Так, что взять? Может, пока внутренний торговый изоляционизм, пока у меня там бежит поселенец. Ну, здесь давайте содержание юнитов убить. Не знаю, правда, есть ли оно вообще. То есть мне осталось вот тут где-то город поставить. Пока не стоит город. Ну, пока у меня поселенцы вот довольно долго еще будет. О, 5 ходов как минимум. Можно ли изоляционизм поддержать? Ну еще деньгами помогаешь. Нет, я послал дружбу. Сейчас еще инвиту, значит, войну немцу объявят. Не, нет, я же халявлю по своему армию. У меня один лучик. Артем, так у него там реально 20 этих бессмертных? Ну, у него серьезное войско. Ну, блин, там 400 военной мощи на 40-50 ходу. Это, собственно, немало. Ну, кстати, ребята, я если вам не хватает времени, то мы на 50 ходу можем увеличить. Ну и, кстати, там бессмертные по факту. По 40 почти все. Он еще и с генералом, нет? Разумеется. Генерала нет, но есть или прокачки. Ну, я пока есть не вижу. Генерал, есть генерал. Есть у него генерал, он нанят генерал. Ну, там олигархия еще. Ну, короче, нормально. Они прокачанные хотя бы по разу. Они уже все прокачаны по разу. У него генерал обращает в союзников всех варваров на соседних клетках. Но это его использовать при этом надо будет, да? Или он просто когда рядом проходит? Как оно работает вообще? Ну, наряд не использует. Один заряд всего. А, ну это говнище тогда. Не, ну плюс 5-5 его дает. Собрать. Так, а что? Неплохо становится, когда он устаревает и девать его некуда. Что с правительственной площадью делать? Лучше, чем генерал. Наверное, вот сюда ставить. Конечно, холм потеряю тогда, но зато ромашка будет неплохая. Ну я вам хочу сказать, что, наверное, стоит болеть за Алексея в итоге. Почему мне меня стоит бояться? А там земли хорошие очень, но мне они очень нравятся.
А у тебя плохие, типа. Ну, у него, мне кажется, лучше. Вот я фактически зажат. У меня гор нету. Кончились горы? Три клетки. У немца там очень хорошо все с горами. Он все построил для Персии. Египта нормально. В Египте нормально с горами? Из того, что я вижу, да. Так. Опять тебя Гданск отваливается по чуть-чуть. Давайте кампус. Да ерунда. Здесь, вообще. Блин. Ну, один ход пропустим. Не обращайте внимания. Окей. Блин, в Смоленск 4-4. Ладно, давайте в Питер пока. Алексей, только тебя не увидел. Ну я еще немца не вижу. Скоро и не увидишь, возможно. Ой, не немца, наоборот, немца я вижу. Перса. Я ж немцу деньги сбросил. Блин, вот это какая-то территория огромная еще. Где у нас норвежец? По науке находится колесо, открыли. Инженерное дело, древние стены тоже не помешало бы построить, наверное, в Смоленске. Блин, мне в Новгороде лавра нужна. Не, бессмертные очень крутые на самом деле. А чем ты против них воюешь? Ну, какие есть мечи, эти, лучники. Ну, я сейчас в арбалеты через два входа выйду, как бы, но у меня денег, опять же, нету. Можно тебе еще раз правительственную площадь в Ярославле построить, а не в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что они просто круто то, что просто сейф дефи против них не варик. Потому что они все равно дамажат тебя постоянно. И дамажат нормально, в принципе. Может, зря я тут коммерческую площадь. Тут стоило все вырубить и этими фермами заполнить. Нужна лавра тоже. Блин, ну надо... Блин! Какое тупое тут управление! Просто трындец! Я не хотел эту клетку выкупать сейчас, я просто вам показывал. Блин, я держал вот так карту. Блин! Ладно, тут нужен...
Строитель. Потратил деньги на ровном месте. Тундры снизу. Вообще еще город где-то тут я могу еще поставить. Так, тут у нас производство. Производство. Науки вход. Это при том, что... О, 31 наука уже у араба. Религию кто-нибудь основывал? Нет, только я один. Интересно. Давайте вот тут промышленную зону. Хотя здесь будет, тут нету этих шахт нормальных. Тут сюда, наверное, надо. Здесь будет шахта, здесь будет шахта, здесь будет шахта. То есть плюс 4 получается. Вообще, стоило бы, конечно, за ним следить как-то. Алексей, я тебе там сделку отправил. И тебе Лука отправил. Довести город до 10. Что у нас в культуре здесь вообще у людей? Поляк отстает почему-то. Что-то тебе нужно золото еще, немец? Желательно. Много? Но если есть 200... Кинул тебе предложение, посмотри. Спасибо. Так, не могу основать город, потому что изоляционизм... Если что-то вот это прячешь, типа... Давайте ко мне привел. Откроем военную традицию. Юнит. И давайте подумаем, тут мне ставить город или может еще немножко какой-нибудь пройти. В город все еще чуть-чуть хочет отсоединиться. Ну так прыгать будет бесконечно. Водяную мельницу. Открыли инженерное дело.
Наверное, уже стоит начинать всадников потихоньку. А помню, когда тогда на меня нападал ацтек, мне никто даже денежки не дал, даже 50 монет. Это жадные люди просто. Сволочи какие. Просто тогда ацтек, наверное, никому не говорил, что у меня тут 20 бессмертных. Смотри, как я тебя быстро захватываю. А так все как-то сразу напряглись. Да. Знаешь, как курдезас надо нападать? Надо... Ой, блин, у меня что-то армии мало. Да не, я тебя вряд ли захвачу. Смотри, как ты хорошо отбиваешься. Вот это вот. И самому еще просить денег. Ребят, да там немец вообще бьет меня. Бы еще сейчас обратно начнет меня захватывать. Дайте денег. Так, как-то надо до 10 жителей довести. Может, еще одну торговцев тут делать. Блин, и мастерскую, столько всего хочется. Ну и тут рис надо убирать, вот здесь. Думаю, что надо тут акведук, а тут... лавру. На мастерскую. Саратове лавру тоже. А есть ресурсы только у нас лишние? Какие? Ну какие-нибудь, любые. Редкие? Каких у меня нету. Я гляну. Так, обратно изоляционизм надо открыть. Крестовый поход так неожиданно испанцы заходит, он просто приходит к тебе плюс 98. Это, конечно, да. Не, ну как бы ЦПЛ прикольно сделали, просто знать бы, кто им пишет эти аддоны и как они работают. Я был бы рад, если бы я разбирался и просто написал. Курдезас, вот Курдезас у нас пишет патчи всякие. Я только слышу, никто, что... никто запрос не делал. То есть вы хоть написали, нужен тот сделать, а то... Это типа именно в цели. Я слышал, что есть там проблемы с тем патчем. Я с ребятами общался, и они мне сказали, что они им не пользуются, потому что он не пошел. Есть там какие-то проблемы. Там изменение игры, понимаешь? Там не правки того, что в шестой циве не очень удачно, там просто... там соседство от районов что-то не работает, или оно какой-то обрет. То есть они... меняют какие-то очень такие глобальные вещи. Такое ощущение, что они делают пятерку из шестерки опять. Там некоторых нас вообще убили, не играть стали. Там и в Японии нифига нету бонуса и так дальше. А какой прикол играть в Японии, если у тебя ключевой фишки нету? Типа уникальный юнит у тебя дерьмо, он абсолютно бесполезный. Ну как, достаточно бесполезный. В условиях ПГИ он абсолютно бесполезен. Типа того. Я лично за то, чтобы вообще ничего не банить. Не знаю почему. Мне так вообще ничего не банить. Ну и вот, и ты появляешься с каким-нибудь убернацией рядом, да? То есть такая-нибудь Австралия. Даже если не брать во внимание этот ее абуз на... Мы же баним нации. Нет, нации банить. Я говорю, не банить пантеоны, верования, вот все эти дела. Отлично, хорошо. Вот у меня Россия... у меня лавра, как ты думаешь, кто первый возьмет крестовый поход? И к тебе приходит крестовый поход, те приходят казаки с крестовым походом. Как это вообще отбивается? Какие есть варианты? Давай такой вариант, да? Ты берешь... нападает на него, если у него крестовый поход, нападает. Ты берешь Россию, берешь лавру, делаешь крестовый поход, хорошо. На тебя идут сразу трое. Если где? Вот, например, вот сейчас в этой карте, где на меня трое идет? В каком месте? Такая карта попалась. Попалась такая карта. Так вот, ты понимаешь, что тут очень частные случаи вы приводите. То есть вы в защиту того, чтобы ничего банить, вы приводите просто частные случаи, которые могут быть. Идут трое.
Как часто такое вообще происходит, что есть три соседа? Это не так часто даже делается. Вот даже если принять момент, что тут Польша, например, вокруг у нее я, кто там еще, Египет, арабы, еще кто-то, то, например, мне на него нападать не очень удобно. Окей, он сидит, берет там этот крестовый поход и еще что-то, все говорят, давайте на втроем нападать. И вот как мне на него нападать для этого? Это опять очень частный случай такой. А человек имеет плюс 10 к силе, практически не сделав ничего. Просто давайте вот... закончим ход. Закончим ход, давайте. Да, ща, я тут... Не надо меня сейчас, просто на это, на потрындеть разводить. Я тогда могу долго тут сидеть. Я еще 5 копеечек ставлю по поводу, вот нападем втроем. Когда вот тут в циве так сейчас сделано, что если у тебя там плюс 15, плюс 20 мощи, тебе пофиг, сколько на тебя нападает. Ну, да. Если они будут слабже на 15, на 20, плевать. Они просто там убиваются с одного с двух ударов без особых потерь. Если еще проходы узкие, вообще идеально на каких-то архипелагах. Хорошо, нет, хорошо, убедили, хорошо. Я думаю, что здесь нужен какой-то просто баланс. Нет, тут типа нападение вдвоем-втроем, типа эффективно только с той стороны, что у тебя юнитов не хватит все города свои защищать. То есть кто-то просто пойдет, там их начнет грабить, и в итоге ты не можешь развиваться только с этой стороны. Убить-то ну, вряд ли его сможешь. Нападение других, да. Если они не могут города нормально забрать, тоже как бы не очень комфортно. Ну, типа, пришел, блин, у меня, по-моему, один кампус только, ладно. Блин, ну, армия, все дела, это же тоже требует поддержки. Не, значит, если идешь мечниками на мушкетеров, конечно, это печально. Не, да. Там все страдать будут от этого, от усталости от войны, из-за битв и потерь на чужой территории. Ну, короче, тут какой-то баланс просто нужен, понятный. Ну, вот это хорошая фраза. Как, ну, нужен какой, баланс. Какой баланс? Вот то, что мы запрещаем, это и есть баланс. То есть мы запрещаем вот эти защитники веры и крестовый поход. Потому что плюс 10, они плюс 5. Значит, надо плюс 5 сделать. Вот это еще важно. Запрещается карточка бог кузницы не потому, что ты можешь больше юнитов строить, а из-за перелива производства. Перелив производства – это проблема игры. Ее должны патчить разработчики. Как ее модом вообще убрать, этот перелив? Там вообще фиг знает, где у них эта ошибка есть. То есть почему карточка ставится? Почему этот пантеон крутой такой? Потому что ты выходишь в танк и все равно можешь строить коляски. Ты ставишь эту карточку, ставишь еще карточку на кавалерию античности и древнего мира, этот пантеон, и ты кучу производства получаешь. Просто на ровном месте. Секунду, если ты открыл танки, ты уже не можешь строить коляски. Нет. Нет, в том-то и дело, можешь. Если у тебя... Вот в этом тоже проблема. Точно можешь. Я если у тебя одна... Если у тебя одна нефть, если у тебя одна нефть, а скорее всего у тебя вообще не будет нефти, потому что вся нефть в этом... На море обычно, нету на земле. То ты можешь строить коляски, открыв танки. Вот посмотри. Я тебе так точно я говорю. Я играл, я проверял. Да. То есть, и так может, у тебя был юнит уникальный, типа как у нет, меня. Вот уникального эти... юнита не было. Я просто пришел в танки, открыл их. У меня была одна нефть, и я не мог строить коляски уже. Одна нефть. У тебя была одна нефть. Вот в этом. Имеется, чтобы у тебя не было, она обработана, понимаешь? Но... У тебя не обработана нефть, все, ты танки не можешь строить и строишь коляски. Специально не обрабатываешь и апаешь. А при этом у тебя еще накапливается куча производства, ты настроил этих колясок, и у тебя это производство осталось в какой-нибудь там чудо или в ядерные ракеты. Так, в Тулу переброшу. Так, водяную мельницу тоже открыли. Фантома, ты как там про союзики не думаешь? Со всеми засоюжусь, у меня тут выхода нет. Ты тоже Invictus так планируешь делать? Я хочу два союза, не больше. Ну я тоже думаю про два, как раз с тобой и с поляком. Я с египтянином с тобой. Поляком не хочешь союзиться? Ну я не хочу много союзов, понимаешь? Много союзов, потом в конце тебе боком будут. Один, вообще у тебя один. Максимум два.
Надо просто карточку на всадников. Мне комфортненько жить. Хотя мне и Курдзас тоже здесь хороший сидит. Мне очень нравится Курдзас. Ну это если он еще возьмет... А, он под тобой, все, я понял, да. У меня логика такова, что я в центре, мне в любую сторону беру Курдзас. Курдзас, мы с тобой союзы будем делать? Да. Научный, нет? Ты экономически хочешь с этим? С греком? Ой, блядь. С египтянином? Я подумаю, понимаешь, я не знаю, я против кучи союзов, но не, надо я подумать. Я понимаю, я тоже не хочу много, тут максимум два. Я тоже в центре, конечно, и желательно иметь союзы, чтобы потом, если что-то на тебя нападает, у него был бы штраф за предательство и... Да, это тоже будет думать людям, стоит нападать, не стоит нападать. Виктус, а почему у тебя гага падает? Не знаю, по данным никак. Там варвары. Жестко. Душат просто Инвиктус. Нет, там сейчас бегут ребята, все будет нормально. Блин. А давайте амбар. Что? Населения не хватает вообще. Мне надо как-то 10 жителей сделать. Я бы с тобой Курдзас бы научный бы союзник сделал хороший. Да у нас бегают так и стулы отправим. Бегает из Ярославля, из Астрахани, из Воронежа, из Тулы, значит, из Смоленска, Новгорода и Саратова не бегают. В Саратов. Три. Тут еще обработаю и будет 4. Да, Люта, сейчас я подставился случайно. Ну там более-менее отбиваешься или не очень? Да не, город-то у меня сейчас захватит. Да не отобьюсь, не отобьюсь. Деньги тебе не помогают? Не помогают. Особо. Без них не, ну помогают. Да. Так-то да. Копье Фина, блин, классное, конечно. Штука. Не знаю, будет какой-то у нас очень опасный перс, ребята, тогда. Я уже так по развитию очень сильно просил, поэтому. Блин, там у немца хорошие кампуса стоят. Там гор больше, чем у меня и у Лёши. Ладно, давайте взять у этого и у Фантома, насколько я понимаю. В смысле? У меня вообще нету гор. Ну, я как бы, 2-3. У меня также. Ну, то есть там у немца горы, которые нам должны были по кусочку припасть. Да, должны. Ой, Египет отдашь границы, я столицу тебя найду. Зачем? Так, сделаю. Ты, кстати, тоже будет заходить. Политическая площадь. Надо в Ярославле будет политическую правительственную площадь здесь ставить. Это что-то как-то странно. Это у тебя... Ну, Шедет-то вроде второй город должен быть. Нет, это не второй. Не второй? Мемфис второй. Мемфис шестой. Шестой? Так, Акведук. Эка тебя глубоко закинула. Шесть политических ячеек. Не, они вот два три города универа. Отряд стоят. Под ними сразу второй город. Две бомбарды. А первый еще при ниже. При помощи рыцарей кого-то убить. Первый. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!